сожалению, последние недели и месяцы посвящены у нас больше выяснению наших отношений с коллегами, с нашими коллегами-демократами, которые вышли из коалиции или в ней остаются. Мы выясняем отношения, сладко кроем друг друга на эфирах. И в это время забываем о том процессе, настоящем процессе и настоящей угрозе, которая преследует наше государство каждый день. Когда мы говорим вот об этих людях, которые там сидят, оккупационный блок, когда мы говорим о плане Путина, который не покинул своих планов по захвату Украины, все воспринимают это, многие в этом зале, некоторые части общества, которых наши ссоры убедили в том, что главная тема – это коалиция ада. Многие забывают о том, что у нас есть настоящий враг, и что план Кремля по захвату нашей государственности, по захвату Украины, по отмене нашей страны как таковой, он продолжает существовать, он активен. Я хочу проиллюстрировать это вам одним моментом. Обратите внимание на законопроект, который внесен вот этими людьми за авторством господина Немченко, правой руки Путина, правой руки Медведчука, ну и Путина в том числе. Этот законопроект называется достаточно просто. Про особливости управления окремыми территориями Донецкой и Луганской областей. Но что он предполагает? Он предполагает создание так называемого межобластного территориального объединения Донбасс. Вдумайтесь, со своим главой, вдумайтесь, со своей территориальной милицией, со своим парламентом и прочими так называемыми квазигосударственными признаками. Это и есть та самая боснизация Украины, которую предполагает нам Кремль, и которая проводится через Медведчука, его подручных в оккупационном блоке и депутатов этой антинародной политической силы. Именно для того, чтобы не допустить эти сценарии, мы с коллегами создали межфракционное антиоккупационное объединение «Наступ». И сейчас ведем сбор подписей под заявлением о привлечении к ответственности за антиукраинскую деятельность, за планирование кампании по Новороссии, за русскую весну так называемую, и он является ее соавтором, господина Медведчука. Господин Немченко, правая рука Медведчука, еще раз повторю. Я прошу всех, кто считает себя патриотом, я прошу всех, кто считает, что русскую весну надо остановить, что у нас есть настоящий враг и помнит об этом, подпишитесь под этим заявлением. Давайте объединяться. Давайте вспомним о том, что у нас есть так называемый наш северный сосед, наш исконный враг, страна-агрессор и кремлевский план, который воплощается в жизнь через некоторых людей в этом зале. Давайте объединяться и давайте помнить о том, кто наш реальный враг и бороться с ним. Спасибо.